Я профессор доктор наук Ясмин Кая, член преподавательского состава на кафедре экологической инженерии Стамбульского университета Джарах-Паша. Я окончила бакалавриат, магистратуру и докторантуру на кафедре экологической инженерии Стамбульского университета. Я начала свою академическую карьеру на кафедре экологической инженерии в Стамбульском университете и с гордостью продолжаю вот уже 20 лет. Я работаю по таким направлениям, как очистка промышленных и бытовых сточных вод, предотвращение образования отходов, вторичное использование воды и продукции. После окончания докторантуры я проводила исследования в Институте энергетики и индустрии окружающей среды. Я работаю над некоторыми исследовательскими проектами за рубежом и также подала заявку на получение патентов. Конечно же, самыми важными нашими достижениями являются опубликованные в местных и международных журналах и представленные на конгрессах статьи, а также наши студенты и выпускники. Наша кафедра была основана в 1990 году. Мы обладаем накопленными за 30 лет знаниями и опытом. Помимо бакалавриата, у нас имеются магистратура и докторантура. С 2019 по 2020 года, наравне с программой образования на турецком, мы также начали данную программу полностью на английском языке. Мы находимся на 7-м месте в обучении экологической инженерии на английском языке в Турции и на 8-м по программе на турецком. Наша кафедра молодая, динамичная и креативная. У нас работает 29 академических кадров, 13 из них профессора-доктора наук, 5 доцентов-докторов наук и 3 доктора наук-члена преподавательского состава, 7 научных сотрудников и 1 инженер. Наша кафедра имеет множество достижений. Например, несколько проектов в Организации по научным и технологическим исследованиям ТЮБИТАК, проекты в ЕС, проект Стамбульское агентство развития и так далее. Помимо этого, мы сотрудничаем со многими промышленными секторами. Мы также оказываем техническую поддержку многим секторам в оборотных фондах. Наша кафедра также делает хорошие успехи в подаче заявок на патенты. Обладая всеми этими знаниями и опытом, мы уже 30 лет выпускаем инженеров-экологов. Продолжая общение с нашими студентами и выпускниками, мы радуемся и гордимся их достижениями. На кафедре экологической инженерии проводятся уроки по таким направлениям, как вода, сточные воды, воздух, загрязнение почвы и управление им, управление твердыми отходами, система управления окружающей средой и экологическое законодательство. При этом у нас имеется обширный список выборочных предметов, из которых наши студенты могут выбрать уроки по своим направлениям и интересам. Также на нашей кафедре преподаются общие предметы, такие как управление качеством, охрана труда, инженерная этика и предпринимательство. На кафедре, помимо основных инженерных лабораторий физики и общей химии, есть лаборатории по экологической химии, экологической микробиологии и основных процедур. В дополнение к этому мы предлагаем компьютерное обучение программированию, компьютерному черчению и уроки современных компьютерных приложений в области инженерии окружающей среды.